Я родом из деревни, крестьянин, потомственный, традиционный. Очень рано пошел работать. Это была война. Мы не доучивались в школах. Я окончил 7 классов школы и пошел работать. 14 лет. Пошел работать. Затем подошел срок, я пошел служить. Служил во флоте. Затем только у меня в жизни появился институт. А до этого я сдал экстерном за 10 классов. То есть, от начала вступления в самостоятельную жизнь до возможности осмысления в институте того, что я успел увидеть, это порядка 10-11 лет прошел период набора материала, напитанности им. Стало быть, мне в институте уже можно было размышлять на базе собственного жизненного опыта. Отсюда, может быть, появилась более или менее самостоятельная интонация в том, в чем, значит, нам предлагали высказаться. Я, к счастью моему, попал учиться в мастерскую очень интересного человека, очень глубокого ума, интеллигента, Михаила Ильича Рома, ныне покойного, к сожалению. Я его с благодарностью вспоминаю всю жизнь. Вот, может быть, то обстоятельство, что я уже успел кое-что повидать и встретился с разумом, который мне был в состоянии помочь осмыслить мною же виденное, привело меня к тому, что, положим, захотелось писать. Я писать начал в институте. И первый опыт и мой литературный как раз читал Михаил Ильич Ром. Он и, что называется, благословил меня на этот путь. И первый просматривал рассказы. Ну, это были еще слабые рассказы. Тем не менее, он мне советовал не оставлять этого дела. Что я и делал. Потом, по окончании института, я уже выбрался на профессиональную дорогу и стал уже печататься. Это так, что касательно выбора, так сказать, дороги в искусстве. О чем рассказывать? Я не мог ни о чем рассказывать, зная деревню. Мне тут, думается, надо прожить 3 жизни, чтобы все рассказать. Я думаю, основная задача наша, вот по большому счету, мы приехали сюда перестать быть артистами. Потому что артисты часто используют какие-то штампы уже, вот какие русские люди, а вот такие вот. Что-то, кто-то с говором, кто-то без говора, что-то такое общее признанное все. А вот это все надо снести к чертовой матери и окунуться, вот так вот пощупать, ну попытаться, по крайней мере, чтобы не оторваться-то от земли. И вот перестать играть, вот хорошо бы нам бы отсюда уехать другими чуть-чуть. И чтобы эта свежесть, она осталась потом в спектакле, и настоящесть. По крайней мере, это наш долг перед ним, перед Шукшиным, потому что так, как он писал, и так, как он, его интонация, она до слез. Поэтому фальши не переносит. Вот.